Одинцовский округ готовится к празднованию Нового года. В рамках программы «Зима в Подмосковье» проведут более 500 мероприятий различного масштаба, которые могут охватить более 600 тысяч человек. В том числе елки главы муниципалитета, социальные представления в культурно-досуговых учреждениях, праздничные программы и зимние забавы в парках, ярмарки. В местах массового отдыха и гуляний установлено 2500 элементов тематического оформления. Смонтировано более 15 тысяч метров световых гирлянд.